родилась в городе Быхове Могилевской области, в достаточно любящей семье, где отец был железнодорожником, мама была поваром. Врачей, медиков у нас в семье никогда не было. И тогда Светлана Колесникова решила положить начало династии медиков в их семье. Твердая уверенность в желании это сделать пришла к ней достаточно рано, уже в 7 классе. Нашей героине на протяжении всей жизни нравится учебный процесс. Сначала школа, потом институт, а сегодня различные обучающие встречи, мастер-классы, поездки и стажировки. Говорит, учиться сложно, но очень интересно. Школу Светлана Колесникова закончила с золотой медалью и поступила в Гомельский государственный медицинский институт. Университет я закончила в 2000 году, Гомельский государственный тогда еще институт. Ну, отоларингологом я никогда не собиралась быть. Я очень хотела быть реаниматологом. Но на распределении я узнала, что я буду врачом-отоларингологом и уеду в город Жлобин. В Жлобине после прохождения интернатуры я отработала 7 лет. Были такие очень замечательные годы. Я работала в отделении, в поликлинике, консультировала детскую больницу. У нас замечательный коллектив был. Мы сейчас общаемся. В 2005-м, работая в Жлобине, Светлана Колесникова поступила на очно-заочную форму клинической ординатуры Гомельского медуниверситета. А в 2007 году заведующий отоларингологическим отделением областной больницы Валерий Садовский, видя перспективность врача Колесниковой, предложил ей сменить место работы и жительства. И она согласилась. Так наша героиня попала в оторинолорингологическое отделение Гомельской областной больницы, где и работает в настоящее время. Светлана Николаевна, наверняка ваши пациенты вас тоже многому учат. Пациентов, конечно, учусь. Иногда нужно полюбить пациента за что-то, даже если он мне сильно не нравится, чтоб он поправился. Я хочу сказать, многому учусь у них. Где-то даже, может, и упорству такому с пациентов, может, дружелюбию какому-то такому. А иногда простоте, потому что у нас областная больница, много людей сельских, то есть очень таких человечных, я бы сказала. Она по-настоящему любит свою работу. С удовольствием не только идет сюда, но и возвращается домой, к семье, мужу Константину и дочери Виктории. С супругом познакомились еще во время учебы в институте. В конце интернатуры поженились, а в 2001-м у них родилась дочь Виктория. Сегодня ей 16. В этом году она закончила Гомельский областной лицей, как мама в свое время школу, с золотой медалью. Виктория поступила в Белорусский государственный медицинский университет на лечебный факультет. На первом месте для Светланы Колесниковой, конечно же, семья, а также уважение и любовь пациентов. Наша героиня – человек, который не привык ставить заоблачные цели. Она не ждет, как дети, подарков от судьбы. Она просто работает на совесть. Возможно, поэтому Светлана Колесникова – человек года Гомельской области. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели.